Долгие летние недели без горячей воды уходят в прошлое. Раньше опрессовка тепловых сетей занимала 2 недели, и это минимум, потому что для проверки даже небольшого участка труб приходилось перекрывать всю систему. Теперь процедура стала проще, а сроки отключения горячей воды меньше, благодаря вот этой опрессовочной машине. Теперь гидравлические испытания производятся локально, последовательными отключениями отдельных небольших участков, и не дольше, чем на 4 дня. Если в прошлом прессовка тепловых сетей проводилась за счет поднятия давления на теплоисточниках, и прессовались все абсолютно тепловые сети, при этом даже те, которые, скажем так, не нужны были в этот момент прессоваться, ибо не было маневренности. С применением данной установки данные проблемы решены, и данная установка настолько мобильная и компактная, позволяет еще раз проводить все работы в реальное время в любое время года.